В Амурской области вынесен приговор местному жителю, который хранил золото в носках. 18 слитков, спрятанных в черные носки, мужчина нашел на обочине дороги. Но вместо того, чтобы сдать находку, он решил присвоить ее себе и положил золото под сиденье автомобиля, где впоследствии его и обнаружили сотрудники ФСБ. Общая стоимость слитков составила более 10,5 миллионов рублей. Мужчину приговорили к 2 годам условно за незаконное хранение драгметаллов.